Спасо-Гробовская церковь. Но на самом деле, вообще, здесь был храм в честь Преображения Господня. И второе его название – Спасо-Гробовской храм. Здесь был построен деревянный храм еще в 14 веке на месте захоронения брянских епископов. Поэтому Спасо-Гробовское название. Еще в 1629-м, в 1626 году он упоминается в писцовых книгах, значит, а в 1770 году этот храм сгорел деревянный, и только в 1778 году был построен каменный, а уже в 1904 был построен вот такого красного кирпича. Вот храм в том виде, в котором мы сейчас его видим. Он был построен практически, как и все храмы Брянска, на спонсорские деньги, на деньги купцов, промышленников. Вот. В 80-е годы храм был отреставрирован. Вообще в 80-е годы многие храмы Брянска были отреставрированы и активно архитекторы работали над реставрацией храмов. В том числе и этого. Но на самом деле у этого храма еще интересная судьба. В советские годы, когда он был закрыт и не принимал службу, здесь какое-то время находился морг. Потом здесь был дом занимательной науки. И дети сюда приходили и им показывали всякие разные интересные штуки, опыты проводили здесь всякие. И только в 90-е годы, наверное, уже во второй половине 90-х годов, храм снова стал храмом и снова стал принимать прихожан и вести службу. И вот здесь вот написано: храм в честь Преображения Господня, Спасо-Гробовской. Еще один храм из города Брянска.